Первый снег обернулся резким ростом числа дорожных аварий. Только за субботу в Старомосколе произошло 5 ДТП, в которых пострадали люди. Одно со смертельным исходом. В час дня на трассе Губкин-Горшечная Toyota Vitz вылетела на встречку и угодила прямо под колеса самосвала. В результате столкновения 46-летний водитель и 32-летний пассажир легковушки погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия и совершил выезд на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с большим грузом.